Словесный мордобой. Так окрестили заседание общественного совета, который обсуждал судьбу центрального проспекта города. Носить ему имя Энгельса или Шереметьева единодушного мнения нет. И, похоже, уже не будет. А власти и краеведы, как оказалось, уже давно задумали переименование. Вот только все не решались. И, конечно, ни для кого не является секретом, что вопросы к своему историческому прошлому побудили нас тогда, когда нам было 120 лет. Когда нам было 130 лет, когда нам было 140 лет, и когда нам было 120-130, мы не решились. И вот когда нам исполнилось 140 лет, мы все-таки на этот вопрос посмотрели по-другому. За Энгельса прежде всего ратовали коммунисты. Красные отметили, что от ненужных переименований в городской казне убудет, а вот для города благ больше не станет. Пристыдили и инициатора смены имен краеведа Александра Семененко. Говорят, что в Твиттере он обзывается. Семененко назвал, извините, на личность перейду, но назвал всех своих оппонентов в Твиттере, кто, вы все знаете, назвал как он, придурками, вы извините меня, но это так. Всех своих оппонентов назвал. Неужели этот человек достоин говорить, что он может, что Шереметьев может, а он не может? А вот другой краевед Кирилл Балдин на оскорбление не переходил. Напротив, рассказал присутствующим, кто такой этот граф Шереметьев и почему иметь улицу с его именем почетно и престижно для города. Конечно, можно воспринимать Шереметьева как нашего эксплуататора, который высасывал соки из наших крестьян. Но, с другой стороны, мы же называем не в честь какого-то конкретного графа Шереметьева, который был помещиком нашего. Мы называем в честь Шереметьева вообще. А вклад Шереметьева в область российской культуры – он очень велик, поверьте мне. Вы вспомните, и Кускова, и Останкина, и театр, и Кокола, и все что угодно. Как сделать переименование честным, предложила жительница Иваново Ирина Мальцева. Она сама лично проводила опросы и убедилась, что простые обыватели в основном против. Если такая ситуация сложилась, кто-то за, кто-то против, есть вариант референдума. Вынести этот вопрос на референдум. Да, но у нас будут выборы. Вопрос не очень спешный. Я думаю, что если мы 2-3 года подождем, Большая Шереметьевская никуда у нас не уйдет. И от Энгельса, от того, что улица называется Энгельсом, никто не помрет. Да, а вопрос спокойно. Кто за, кто против, будете проводить свою политику. И потом у нас жители города Иваново вынесут этот вопрос. Тут же было сказано, что референдум – это хоть и демократично, но дорого. А если жалеть деньги на оценку общественного мнения, то либо это мнение никому не нужно, либо вопрос не такой срочный и важный. Итогом открытого заседания общественного совета стало голосование. Площадь Революции пока переименовывать не будут. Насчет Шереметьевского проспекта 9 человек проголосовали «за», 1 против, 10 человек воздержались. Окончательное решение в среду примет городская дума. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.